выхода Мумбы зовет. Друзья, вперед! Мумба! На многие годы чем-то вроде неформального гимна университета. Экономики и права, историко-филология. Занятия на основных факультетах начались 1 сентября 1961 года. На африканском континенте, в странах Азии и Латинской Америки, медиков пока еще мало, но они будут. Врачей всех специальностей готовят такие известные советские ученые, как профессор Виноградов. А я студент университета дружбы народов имени Патриса Лумумба. Я учусь в Москве уже 3 года. Еще 2 года буду врачом и вернусь домой к себе в Индонезию. И хотел помогать своему народу и работать в новом госпитале в Беджадате. Теоретических знаний без практических навыков совершенно недостаточно. Поэтому с первых же лет в университете большое внимание уделялось выездным учебно-производственным практикам. Луанда Исконга, студент помощи в открытии нефти во многих развивающихся странах принадлежит советскому блоку. Наша страна помогает и осваивать возрождение, и учит управлять новой отраслью промышленности. Уже в период становления университет имени Патриса Лумумбы обрел широкую популярность и во всем мире вызывал пристальный интерес. Ведь это был уникальный и во многом экспериментальный проект создания международного вуза, не имеющего аналогов. Поэтому неудивительно, что он стал местом паломничества сотен парламентских, партийных и общественных делегаций, многих государственных деятелей. Среди них премьер-министр Республики Индия Лал Бахадур Шастри. Высокого гостя приветствовали ректор университета профессор. Приветствовать студентов, профессоров и преподавателей, а также зарубежных гостей.